что нужно сделать после того, как вы сняли клип, и относительно своей стратегии посеять этот клип. Это правильное атрибутирование SEO вашего клипа. Вам необходимо все правильно написать, прописать все теги, названия, и тогда ваш клип увидит. Но в целом, конечно же, лучше бы я на вашем месте это доверил специалистам, которые занимаются продвижением YouTube, там, SEO и так далее. Вот. Ну и финальный этап – это аналитика. Конечно, аналитика – это признак грамотного менеджмента, это на мой взгляд. Можно, конечно, провести аналитику самостоятельно, можно заказать аналитику в компании. Аналитика самостоятельно, она вот на Гугле, в Ютубе, все видно, все показано. Но более глубокая аналитика, которая расскажет все о вашей аудитории, вашим следующим рекламодателям, которые помогут, да, собрать вам бюджет на новый клип, на классную работу, она, конечно, проводится более серьезными людьми, которые занимаются только этим.